Сейчас о главном политическом событии года. В пятницу начинаются выборы президента России. Они стартуют 15 марта и продлятся 3 дня. В избирательной комиссии Тверской области прошла пресс-конференция, где говорили о готовности региона к предстоящим выборам. Подробности далее. На территории Тверской области активным избирательным правом обладают более 1 000 000 человек. Такие данные привела председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова. Впервые в этом году выборы будут проходить в многодневном формате с 15 по 17 марта. Избирательные участки будут работать с 8 утра и до 8 часов вечера. Трехдневное голосование пройдет максимально безопасно, открыто и легитимно. Организацию и проведение этих выборов осуществляет избирательная комиссия Тверской области, 14 членов комиссии с правом решающего голоса, 45 территориальных избирательных комиссий и 1101 участковая избирательная комиссия. Общая численность членов избирательных комиссий разного уровня с правом решающего голоса более 10 тысяч. В этом году в рамках адресного информирования избирателей «Inform Week», которая проходила в нашем регионе с 17 февраля по 7 марта, члены УИКов обошли более 650 тысяч домовладений, опрошено более 800 тысяч избирателей. 20 дней. Это были и морозы, были и метели. Была оттепель, когда дороги просто поплыли, скажем так. Но, тем не менее, мы искренне благодарны нашим членам участковых избирательных комиссий, которые проделали такую огромную работу, проделали ее ответственно. Регион к выборам готов. В этом году более 3300 наблюдателей будут следить за проведением выборов в Тверской области. Из них 5 международных. Это представители Словакии, Болгарии, Сенегала и Франции.